Я тебе дам шанс получить маг 10 рубин. Ты не мог это адекватное задание дать? Сделай 3 рандомных крафта фрагментов. Ты сливаешь USP Genesis за 003. Ему должен вернуть в 2 раза больше. Нет, это очень опасно! Всем, ребята, Кентуха на проводе, и прямо сегодня я буду выполнять самые нереальные и самые жесткие задания от самых популярных ютуберов по стендов 2. И вы просто не представляете, какой же это просто вынос башки. Ну, ребята, если вы ждали продолжения этой долгожданной рубрики, прямо сейчас прожмите лайк, обязательно подпишитесь на мой канал и напишите любой хороший комментарий. Ну и первое задание от моего любимого братика Ерокса. Ерокс. Кент, пепочка любимая, если ты сделаешь это задание, то я тебе дам шанс получить маг 10 рубин. Факт. Дальше что? Тебе нужно купить 5 рандомных аркан и слить их за 003. Но если тебе не хватит голды, то ты удаляешь свой аккаунт. Ну, ты еще и пепа, значит. Спасибо тебе большое, ты вообще ненормальный! Ты не мог какое-то адекватное задание дать. Ты понимаешь, а вдруг там выпадет АКР, ТХ, или USP Genesis, или Керголд? Ладно, ребята, пожелайте мне удачи, а мы... приступаем! Ух, ребята! Пожелайте мне удачи и первый скин это... ЧЕГО?! Легаси за 003! Вы в адеквате? Мать моя женщина, я продаю. Легаси нет, Ерокс! Ерокс! Блин, ты даже не представляешь, как же я сильно тебя люблю! 3, 2, 1, скин номер 2 и... Баблгам! Ну, как я понимаю, это еще хороший скин. Обалдеть, просто беру и сливаю прямо сейчас за 003. Я не могу на это смотреть без слез. Как же это больно, за что? Ладно, окей, ребятки. А, так подождите, так мне надо целых 5 рандомных аркан. Обалдеть, 5 рандомных аркан. Так, 2 арканы есть. 3 аркан, прошу, либо что-то недорогое. 5-стен вином, ура, ура, ура. И еще раз ура, продаю. Раз, ага, все, продал 3-ю рандомную аркану. 4-я рандомная аркана, это... Подождите, у меня такое ощущение, как будто все арканы идут по порядку, а не рандомные, не? Блин! Я все зря легаси продал! Ядрить колотить! Давайте так, я зайду на рынок, я куплю рандомную аркану, сейчас которая выпадет, и сразу же ее продам. Блин, я просто даже не заметил, мне оказывается все это время шли скины по порядку, а не рандомные. Ой, блин, я продал легаси в никуда. Хэштег Кент Пепа, тут прям по факту. Погнали! Чего? Вы чё, вы в неадеквате? За 003 4 аркана. Покупаю и продаю. Зашибись. Просто зашибись. Прошу 5 аркана. Жалься надо мной, стендов, умоляю. Ура, ура, ура. Хоть раз жизни мне повезло. Я думал, это никогда уж не произойдет. Ура. Первое задание мы выполнили. Следующее задание от моего братика Абовина. Абовин, он нормальный чел, по-любому будет задание лайтовое. Давайте смотреть. Брат, у меня сейчас ночь, поэтому тихо записываю. Короче, твоя задача зайти на рыночек и купить рандомную М40 и сыграть с рандомным подписчиком. И если ты проиграешь подписчику, братик, то ты сливаешь USP Genesis за 003. Ну и кто бы мог еще придумать такое задание, как не Абовин? Только ему могла прийти в голову такая мысль. То есть я вначале покупаю рандомный М40. Потом я играю с этим рандомным М40 дуэль против рандомного подписчика. А потом, если я каким-либо образом проигрываю, я, получается, продаю USP Genesis 03. Ох, ребята, это вообще какой-то взрыв башки. Ладно, окей, полетели. М40 рандомный. Прошу, лишь бы не М40 монстр, прошу. М40 Pro. Иди сюда, мой маленький. Так, ну что же, М40 мы купили. Давайте мы его сейчас применим. Применяем. Вы посмотрите, как много у меня М40. Обалдеть. Ну а теперь я создаю лобби и приглашаю всех подряд туда подписчиков. Ну что же, я уже подготовил вот такое вот сообщение. Давай дуэльный М40 на оскоп, если вырежешь меня, слью USP Genesis за 003. И теперь просто всех без разбора приглашаю всех, кто мне пишут. Всех. О, сразу какой-то чел зашел. Пишем ему сообщение. А ну-ка, как думаете, он согласится или нет? Ну, а пока он пишет свой ответ, я брал командный бой, трейн аутсайд и... братишка. Эу, а чё они ничего не пишут, пацаны? Привет, Кент, можно дуэль? О-хо-хо-хо. Так, ну что же, чел спросил. Ты это кому? Братанчик, конечно, тебе. Я надеюсь, он не жесткий чел, иначе мне габелла. О-хо!
Вы это видели, мне маслину поставил? Походу, какой-то жесткий чел. Ладно, ребята, пожелайте мне удачи. Буду потеть как вне себя. Погнали! Ой, блин, ребята, походу чихнул к победе. Погнали, играем только на Zoom. Раз, два. Только не говорите, что он вылетел. Посмотрите, их двое! Обалдеть, видели? Походу, у него проблемы с интернетом или как, хотя пинг вроде нормальный. Братанчик, салам алейкум! Не, ну, ребят, ну, походу, все-таки USP Genesis я продавать не буду. Наверное. Йоу, братик! Братик, давай! Так, он, походу, не понял сути, что надо делать. Смотри, что мне пишет. Кента, можно просто так 50 голды. Давайте напишу. Я тебе дам 30 тысяч голдишки, если ты меня выиграешь. Все, поехали. Я думаю, немножко мы ему мотивации подняли. А теперь погнали играть. Блин, братва, сколько ему лет, мне интересно. Все, смотри-ка, начал играть, начал потеть. Смотри, я на месте стою. Он по мне попасть не может. Я просто на месте, смотрите, на месте стою. Ну, братан, ну попади по мне, попади. Да попади, все, нормально, 5-1. Чел в себя немножко поверил. Ну, а теперь погнали его ставить на место. Легчайшее, 6-1. Ох, ребята, как же это приятно. По всей видимости, я USP Genesis 03 продавать не буду. Он пишет, блин, я проиграю. А давайте его напишу. Можешь брать любое оружие. Все, я ему написал, что он может брать любую оружку. Поэтому будем надеяться, то, что у него появились шансы. Все, погнали, напишу. Главное, выиграй меня. Ну, ребята, я максимально его забайтил, чтобы он был заряжен на победу. Поехали, давай. Да, блин, ну это как будто слишком легко. О, он взял КР. А ну-ка. У него даже с КРом нету шансов против меня. Ой, ребят, ну жалко этого добряка. Не понял? Так, вот это поподробнее. Не понял? Братанчик, 9-4, он начинает компетчить. Походу, я вот это зря, ребят, ему предложил. Говорю, можешь брать любую оружку. Хотя, нормально, 10-4. Слушай, ну так у него хотя бы есть шансы. Я просто М40 вообще не умею играть. Обалдеть, он камбэчит, 10-5. Так, братанчик, здорово. Обалдеть, я почти по нему попадаю. Теперь давай попробуем прыжки, не знаю. 9-6, нет, только не камбэк. Осталось 2 минуты времени, я надеюсь, у него шансов камбэк нету. Все, 11-6, сюда на базу. Домой, маленький, домой. Да ё-моё, братва, 11-7. Он реально начинает камбэчить. Походу, это была большая ошибка разрешить ему играть на любом оружии. 11-8. Ладно, все, я начинаю потеть. Обалдеть. Найс, 12-8, не все так плохо, 1.5 минуты. Мы должны это сделать. Ой, 12-9, обалдеть. Ё-моё, ребята, это полная капелла. Он прострела меня забрал, минута времени. Отвечай, минута времени осталось. 12-11, нет. Я USP Genesis 03 продавать не хочу. Так, 13-11. Обалдеть, вот это, конечно, да. Запомните одно золотое правило. Никогда не надо недооценивать вашего противника. Так, ребят, 50 секунд осталось. Оу, попал по мне. 13-13, что? Обалдеть. 35 секунд, а он обходит меня. Оу, да, имба. 14-13. Фух, ребята, я даже не ожидал, что будет насколько плотно. Да давай, иди сюда. Он что, вообще не видит, где я? 10 секунд осталось. Перезаряжаемся и давайте. Да-да, нет, ребята. А-а-а! И только попробуйте написать, что я прятался от него. Ау, фу! Это было на грани, я чуть не проиграл. А Бовин, запомни меня внимательно. Ты тупо кусок перхоти, помни или нет? Фух, ребята, как же это было страшно. Ну а мы переходим к следующему заданию. А да, я вижу, богатенький, да, Кентуха? Слушай, такое тебе задание. Сделай 3 рандомных крафта фрагментов. Надеюсь, тебе выпадет Немелис. Нет, это очень опасно. Холдик, я думал, ты мне друг. Ты что такое говоришь? А вдруг-то выпадет Немелис? Немелис фрагмент! Нет. Я брал фрагмент, и первое, что будет, я должен сделать из него крафт. Прошу, пожалуйста, лишь бы не Немелис. И у меня 3 попытки. Чего? Арканы с первого же раза? Ладно, окей, ребята, я прям сейчас все это делаю. Все, покупаю так 10 штучек, и мы делаем крафт аркан. Вот прям вот так, смотрите, при вас. Убираю фрагменты и делаю крафт
Аркан, создаем скин. Интересно, что мне выпадет. Как вы думаете? Напишите прямо сейчас в комментариях. И мне выпадает М4 Самурай. Да ты что, даже не статрек? Зашибись. Окей, попытка номер 2. Прошу, прошу, пожалуйста. Надеюсь, просто чудо. Лишь бы не Немус, лишь бы не Немус. И... Опять арканы! Да ё-моё, вы на приколе? Ладно, окей, погнали, делаем второй крафт. Я вообще-то вот эти Немос фрагменты копил к моему стриму. Обалдеть, вот тогда. Минус 3 костарика голдишки. И попытка номер 4. Выбираю, ой, ну номер 3. Умоляю, пожалуйста. Легендарки! Ну, как вам сказать? Знаете, вроде бы мне выпали и не самые дорогие крафты, да? Но со второй стороны не самые дешевые. Так, все, все купил, 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 купил. И делаем крафт, ребятки, легендарок. Холдик, ну запомни меня внимательно. Я тебя накажу! Ты на приколе? Я чуть нищим не стал за тебя, мужик. Ё-моё, а если бы выпал бы Немос фрагмент, если выпал бы, что тогда? Я бы тогда был бы нищим. Так, ребята, ну что, прямо сейчас мы обратимся к моему братику Арткулу. Я уверен, он точно не подведет. Погнали, посмотрим его задание. Кентух, я знаю, ты очень везучий, да? Открой тогда 3 рандомных удаленных контейнера. Ну нет, Арткул! Арткул, ты был мне как брат! Какие еще 3 удаленных контейнера? Ты в своем уме? То есть это или Фурис, или Ориджин, или Райвел, или Скорпион. Так, и последний, ребята, выбираем последний. Это у нас Шарп, 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 Шарп. Где Шарп? Где Шарп? Надеюсь, произойдет чудо. Если чудо не будет, Арткул, я буду очень зол. Шарп, ура. Ура, первый купили. Теперь сразу же, попытка номер 2. Пожалуйста, лишь бы что-то недорогое. Умоляю, 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 умоляю. Опять Шарп. Еба. И давайте третий раз. Фуриус за косарь! Да это слишком дорого! Камон! О нет, это полная фиаско, это просто полная фиаско, нет! Ну что же, погнали открывать, погнали открывать, погнали открывать. То есть мне выпало 2 шарпа, то есть 2 раза мне повезло. Ну а третий раз, как обычно. Так, и что мне выпадает? О, пиранья, мой любимый дигл. Ай, хорошо, так как, в кавычках. Смотрим дальше, и мне выпадает, леди и джентльмен, обратно пиранья. И теперь открываю Фуриус Кассик. Я тебя умоляю, ну хотя бы ты не подкачай, дай мне керамбит какой-то. Прошу, дай Аркану! Аркану! Ну нет! Арткул, ну за что ты так? Я же ничего плохого не делал. Фух, ребята. Ну а следующее наше задание это от Рикардо. Рикардо, нормальный тип. Давайте послушаем, что там сказал. Кидоха, дорогулечка ты моя. Открой-ка ты Хэллоуин Парк. Давай, давай. Рикарди, как же я сильно тебя люблю. То есть нет. Ребята, как видите, чармпак уже у меня на аккаунте. Только что взял его и купил. Так, давайте посмотрим, а сколько он стоит. 5 кусков? Это почти половина Небос фрагмента, даже больше половины. Я должен сейчас взять и открыть. Обалдеть! Как же я давно вообще не трогал эти чермпаки. Я их, наверное, не открывал уже 2 года. Но, ребята, рано или поздно все хорошее когда-то заканчивается. Хэштег Рикардо Галимая Пепа. Напишите все в комментариях, а мы начинаем. 3, 2, 1, погнали! Давай, давай, давай. О, давай метла. Легендарка, легендарка, легендарка. Хотя бы легендарочка. Так, а сколько она стоит? Подождите, ребята, а может мы окупились-то? Не, я, конечно, понимаю, что вряд ли, но вдруг мы окупились. Давайте посмотрим, сколько стоит. Так, ребята, и это стоит 985 голдишки. То есть мы в минусе на 4К? Ох, Рикардо, если ты будешь снимать подобную рубрику, ой-ой-ой, как же я сильно тебя накажу. Ну, а мы, ребята, переходим к следующему ютуберу. Ну что, кентуха, опять я, опять со своим заданием. Смотри, бро, я хочу, чтобы ты сделал экспериментальное задание. Чтобы что было? Смотри, ты находишь подписчика, просишь у него голды. К примеру, он тебе дает 100 голды, ты говоришь, братик, спасибо тебе огромное, и потом отдаешь ему 200. То есть тебе нужно попросить у подписчика голды, и сколько голды он тебе дает, ты ему должен вернуть в 2 раза больше. 1000 возвращаешь 2000. 5000 десятку возвращаешь. Так что давай, братанчик. Блин, истыкил. Но только ты мог придумать такую дичь. Я чё, похож на благотворительный фонд? Благотворительный фонд Пепа Продакшн. Так, ребятки, ну чё, погнали. Я зайду ко мне в ДСик и сейчас буду попрошайничать голдишку. И тот человек, который мне согласится помочь, я ему дам в 2 раза больше. Погнали. Братва, братва. Там есть важная новость. Мужики, спасибо, что включили вебки. Я вас всех здесь собрал, чтобы вам сказать только одно. Знаете что? У Тик-Така 3 стымы.
Ладно, мужики, давайте без шуток, давайте без шуток. Мартова, короче, какая ситуация? Пишет мне Веля в личное сообщение. Говорит, нет, на ПК добавил прокачка инвентаря. Ну а я же что, я же добрая душа, поверил ему, написал логин и пароль. В итоге меня заскамили, и я теперь тупо нищий. Братва, кто может помочь? Мне нужна голдишка. Слышь, Пепа, теряйся отсюда. Кто? Слышь, я сейчас забаню! Ничего, наглый подписчик попал, говорит, Пепа, теряйся! Так, забани... О, отключить. Все. Стикс, брат, я смотрю на тебя. Брат, можешь помочь, пожалуйста? Кент, я тебе помогу. Реально? Сколько тебе надо? Брат, ну чем больше, тем лучше. А сколько ты можешь дать? Ну, голдишки 300 могу дать. 300? Как ты шутки про тракториста? Брат, ну в принципе, что, можно выставлять скин? Ты сейчас реально поможешь мне? Да. Подожди, брат, то есть ты реально дашь мне 300 голдишки? Реально дам. Братик, давай перемещаемся в стендопчик, окей? Спасибо большое, брат. То есть ты просто так возьмешь и подаришь мне? Да, мне не жалко. Брат, спасибо тебе большое, и прям до слез. Так, братик, смотри. 722 паттерн я ставлю за 299. Ага. Статрековский? Да, 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 да. Спасибо большое, что такой добрый человек. Я уверен, у тебя не только большое сердце, у тебя еще большое... Ну, ты типа, все большое, брат. Спасибо тебе большое, брату. Как тебя зовут? Расскажи мне. Меня зовут Тимофей. Тимоха! Тима! Ой, брат. Давай, давай. Брат, очень нужна твоя помощь. Ой-ой-ой. Брат, у тебя очень красивый палец, хотел бы тебе сказать. Вот ты прям, у тебя просто сейчас вебка зависла, ничего страшного. О, ты купил? Ты реально да. Только что купил? Да, мне не жалко. Брат, обалдеть, я пока рассматривал твой палец, ты просто взял и решил порадовать меня. Да. Брат, ты меня балуешь, ты меня балуешь, как маленькую крошку. Короче, есть хорошие новости, знаешь какие? Включай вебочку, вебочку если включай, включай свой Xiaomi, брат. Ну помнишь, я тебе говорил, что меня заскамили? Да. Так теперь, получается, я заскамил тебя, это грород скамерства. Ой, ладно, брат, извини. Брат, короче, смотри. За то, что ты решил мне помочь, я тебе от всей души, от всего сердца хочу дать в два раза больше. Выставлять скин за 600 голдишки. Давай. Да, брат, только сейчас челюха слетает. Брат, и запомни, всегда делай добро. Что ты уже и забыл, какое там добро? Увидели, пацаны, он уже все, начал выставлять скин. Давай, тот же самый скин, тот же самый паттерн, за 600 голды. Я думаю, ты и заслужил. Давай, дядь. Брат, 722 паттерн, правильно? Да. Ну что, до вылета челюхи. 3, 2, 1. Обнял, брат, ты просто лучший. Спасибо большое, Кент. Брат, спасибо, в карман не положишь. Слышь, брат, а у меня сейчас проблемы, меня опять заскамили. Можно дать 600 голды? Спокойно. Да, брат, я шучу, все это твое. Запомни, оставайся таким же добрым, какой ты есть. Давай, братик, обнял тебя. Спасибо большое. Ну что ж, мои уважаемые подписчики, как видите, на съемке данного ролика я сорвал голос, поэтому вторая часть видео была более спокойная, но надеюсь, она вам все равно понравилась. Прямо сейчас прожмите лайк, подпишитесь на мой канал и напишите любой хороший комментарий. С вами был ваш Кентува, всем удачи, всем пока-пока!